Завершение года науки и техники, объявленного президентом России Владимиром Путиным. С визитом в Ненецкий округ прибыл космонавт Сергей Куть-Сверчков. Почетный гость города только в этом году вернулся из длительного космического полета, в котором не забыл про наш северный регион. Подробности в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Привет мальчику Антону, с которым мы вместе рисовали рисунок на мастер-классе «108 минут с космонавтом» в Нарьян-Маре. Звездный привет от настоящего космонавта. О чем еще можно мечтать? Антон Сырорыбов совсем недавно вместе с мамой аккуратно выводил буквы будущего послания перед полетом своему герою. Мы когда с мамой узнали, то, что можно задать вопрос космонавту, вот, и мы решили задать вопрос, как там в космосе так долго жить, вот, и находиться. Вот, почти полгода. Вот, как там вообще без интернета, без всего такого, чем можно там себя развлекать. И что тебе ответили? Ну, мне передали привет, вот, ну, пожелали, чтобы я хорошо учился, вот, хорошо себя вел. Знакомство юного мечтателя с Сергеем Куть-Сверчковым началось еще в 2019 году на конкурсе «Через Арктику к звездам». Тогда Антону помогал сам космонавт, а позже оставил автограф на рисунке малыша. Да, прошло в очень дружной, теплой обстановке. Рисовали вместе космос. Мне было интересно с ребятами пообщаться. И, кроме того, там была целая галерея рисунков, посвященных космосу, и мне очень запомнились некоторые работы, очень качественно были выполнены. Ну, у нас юные таланты везде. Знакомить юных жителей региона с настоящими космонавтами стало возможным благодаря сотрудничеству звездного городка с некоммерческой организацией «Друзья Заполярья» из Нарьян-Мара. Мы проводим, насколько нам позволяют эти условия. Вот, стараемся проводить различные конкурсы, как-то детей заинтересовать темой авиации, космоса, тем более у нас заполярные пилоты, наши полярные летчики, они тоже очень близки к теме авиации, космонавтики. Поэтому у нас есть очень много общего, и мы, конечно же, сотрудничаем со школьниками из звездного городка, которые познают о том риске, который ежедневно выполняют наши пилоты Заполярья. Ну и, конечно же, мы уже о том, что, казалось бы, еще совсем недавно для нас это что-то неведомое, но вот оно реально. Сотрудничество с космонавтами началось еще в 2011 году, когда в Нарьян-Мар приехал космонавт, дважды герой Советского Союза Владимир Женебеков. На сегодняшний момент Ненецкий округ уже посетили 8 космонавтов. Все они герои России и Советского Союза. Сегодня вот Сергей как раз Куть-Сверчков, он как раз сказал, уже встретился с несколькими с школьниками, уже несколько встреч было, и он как раз сказал о том, что наши дети вполне показывает высокие результаты в знаниях физики и астрономии. Это значит, что все впереди у нашего округа, и, возможно, и у нас будет не только первый космонавт, а может и ученый, конструктор, которого мы тоже будем так очень сильно любить и дорожить этим. Также в администрации города были подведены итоги конкурса «С Новым годом, Нарьян-Мар», где победителям вручали призы мэр города Олег Белак и космонавт Сергей Куть-Сверчков. В ожидании чуда нужно понимать, что чудо не происходит само по себе. Мы являемся творцами той реальности, которая нас окружает. Именно поэтому, когда вы создаете красоту и радость, эта красота и радость возникает вокруг, и она передается. Именно поэтому очень важно творить добрые и хорошие вещи. Они имеют свойство умножаться. И то, что так много количества молодых, юных горожан города принимало в этом участие, вызывает большую радость. Всем спасибо за участие. В новом году благополучия, крепкого здоровья, новых свершений. Растите и продолжайте творить вокруг себя красоту. Приятным и неожиданным сюрпризом для постоянного участника мастер-классов и конкурсов Антона Сырорыбова стал специальный подарок из рук космонавта. К слову, если бы не письмо малыша на предполетную пресс-конференцию космонавтов, то жители региона не получили бы персональный привет из космоса. Отправляем вам с попутным солнечным ветром космический привет. Пусть он отразится на вашем небосклоне северным сиянием. Привет всем нашим северным друзьям. До скорой встречи. Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков. Сергей Куть-Сверчков. Наталья Дуркина, Антон Водряков, телеканал «Север».